Число погибших в результате продолжающихся ливней на северном острове Новой Зеландии возросло до 4 человек. Непрекращающиеся уже четвертый день дожди вызвали оползни, паводки, разрушение домов и закрытие автомагистралей. В Окленде, крупнейшем городе страны с населением более 1,5 миллионов человек, объявлено чрезвычайное положение. Метеорологи предупреждают, что погода в регионе продолжит ухудшаться вплоть до вторника. Есть риск новых наводнений. По словам властей, изменение климата приводит к тому, что проливные дожди в Новой Зеландии становятся более частыми и интенсивными.